качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предоставляется ежемесячная денежная выплата за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Категории получателей – участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики, а также медицинская сестра участкового врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики. Ежемесячная выплата предоставляется в размере 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. За оформлением компенсации нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробная консультация по телефону 333-52-28. На этой неделе в Самаре проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Во вторник специалисты устранят утечку на водной и водопроводной линии по улице Челюскинцев. В среду по улице Новосадовой проведут замену задвижки. Также 28 августа выполнят врезку построенного водовода и заменят 4 задвижки по улице Чернореченской. В четверг в нескольких районах будут менять пожарные гидранты. Со списком адресов, где не будет холодной воды, можно ознакомиться в телеграм-канале Кировского района. В Ленинском районе обсудили итоги развития за период с 2018 по 2023 год и подготовку предложений в программу социально-экономического развития Самарской области. Среди проблем, которые требуют немедленного решения, опиловка деревьев, подача холодного водоснабжения и другие. Также рассматривались проблемные вопросы по отсутствию ливневых канализаций, работе коммунальных организаций, вывозу твердых коммунальных отходов. По итогам встречи определили с жителями дату и время для выезда на место по озвученным проблемам.